Всем приветик! Всех с Новым годом! Сейчас уже 11 января. Сегодня сейчас мы будем брать... Надо, и мы не будем... Помолчи! Что я сейчас делаю? Рисую сердечко, пишу конспектчик, смотрю вебинарчик. Вот такая вот у меня тусовка. Вчера начинала смотреть, но у меня вырубился ноутбук, и я поняла, что это не судьба, это Всевышние силы меня уберегли. Смотрю сегодня, досматриваю. Посмотрела вчера 10 минут, да, молодец, сделала вклад в сегодняшний день. Открою-ка я окошко, а то я задохнусь. Your skin is warm like an oven. Your kiss is sugary sweet. Your fingers feel like cotton when you put your arms around me. I feel like I'm just missing something whenever you leave. We've got all the ingredients except you loving me. Я зевнула. Ну что ж, друзья, приехал я с соревнований, и теперь снова в бой. Мне нужно выучить кровеносную систему и сделать по ней домашку. Потом меня еще ждет два вебинара, которые нужно посмотреть до 9. Плюс домашка, конечно же, нужно, то есть это все еще и выучить. И потом досмотреть вебинар, это слово бесит уже, по химии. Вчера я онлайн была 50 минут, потом легла спать. И мне нужно его досмотреть и делать домашку тоже. И все это нужно сделать сегодня до 9, потому что в 9 у меня будет еще один вебинар, на котором я хочу побыть онлайн, хотя бы раз в жизни в этой онлайн побыть, в записи смотреть. Вот, спустя месяц. Так, сейчас задача моя все вот это на зубок выучить, сделать домашку идеально. Смотрите, кто у меня появился. Давайте дадим ему имя. Кстати, я еще не посинела, пока собирала все вот эти его органы. Не хочу вспоминать. Учим, еще раз учим. К тому же тема интересная. Сейчас я буду разговаривать сама с собой, со стенами своей комнаты, которые уже знают химию и биологию, наверное, лучше, чем я сама. Но только так можно что-то выучить надолго. Поэтому идите-ка лучше тоже что-то поучите. Я встала сегодня в 5 утра и легла в 1:30. Короче, приступаю учить, а учить нужно с комфортом. Ноги на стол и читаем. Сердечный цикл. Сокращение или сокращение, как его называется, систола при черви, длится 0,1 секунды. В этот период сердечного цикла кровь движется из предсердий в желудочке. Угу. Желудочки наполняются кровью. Створчатые клапаны открыты. Я так хочу спать. Короче, я в шоке с вчерашнего дня хожу, потому что все мы знаем, что наше сердце бьется вот так. То есть там два звука. И... Боже. Никто никогда не задумывался, откуда берутся эти звуки. Это не просто сердцебиение, это прям звук. Причем первый тон, который называется систолическим, возникает из-за того, что захлапываются створчатые клапаны. А второй тон, который называется диастолический, мы слышим вследствие захлопывания полулунных клапанов в нашем сердце. И почему они захлопываются? Все потому, что кровь собирается с истории с полулунными клапанами, кровь с аорты легочного стола обратно пытается перетечь из предсердий в желудочке, но нельзя дать вернуться крови обратно. Поэтому полулунные клапаны захлопываются. А первый тон возникает тогда, когда у нас кровь движется из желудочка в аорту, то есть... Представляю сердце в своей голове. Из правого желудочка кровь, она движется по легочному стволу, а из левого желудочка, я не смотрю, если что, движется по аорте. Соответственно, в этот момент полулунные клапаны открываются, а створчатые захлопываются. И это есть первый систолический тон. А второй называется диастолический тон, потому что он происходит в процессе общей диастолы. А диастола по-другому — это расслабление. Вот вам и весь сердечный цикл. Плюс я узнала, что вот эти звуки, звуки захлопывания клапанов нашего сердца. Это взрыв мозга. Реально. Этого никто не знает по-любому, и я не знала.
но теперь знаю. И вы тоже. Боже, как не уснуть, как не уснуть. А, у меня немножко это... О, чёрт. 6 часов. Я спала. Чуваки, мне нужно было смотреть кучу семинаров в ДЗ, но я легла спать. У-ху! Я забываю, что я снимаю это видео. Сейчас уже другой день. Вечер. Я уже сходила в школу, помучилась там. Не выспалась ни черта. Потом поехала на тренировку. Еле дошла до своей комнаты. Потому что очень устала. Сейчас досмотрела химию, и нужно сейчас уже досматривать биологию. Смотреть биологию один вебинар, и потом у меня еще 2 целых вебинара. Еще гормон. Значит, соответственно, нервная система. Что-то там узнает, что-то там подает какие-то сигналы, да, гуморальные. Вот уже я делаю практику. Уже к концу месяца этого все. Все у меня будет завешено вот этими бумажками. А потом получается, что у нас фигурин, по сути, образует белый круг, который потом после застревания образует красный круг. Я делаю домашку по школе первый раз за вообще все это время. Ну и расписание немножко пыталась составлять на следующую неделю и на следующий месяц написала. Вот потом буду заполнять, чем я занималась, чтобы у меня получалась вот такая вот картина. Я видела, чем я занимаюсь больше, чем меньше. Вот. Вот такие дела. Say what you wanna say to me.